В знак благодарности к первому директору стартовали съемки художественного фильма «Рев льва», которые проходят на территории Одесского зоопарка. Картина посвящена истории зверинца, а также его основателю, одесситу норвежского происхождения Генриху Бейзерту. Киноленту снимает Одесская киностудия и кинокомпания «Пивденьфильм» в рамках мультимедийного проекта «Пантеон Одессы». В съемках примет участие и сам директор зоопарка Игорь Беляков. Он исполнит роль командира батальона Красной Армии. Также директор зоопарка подчеркнул, что руками и ногами поддерживает подобного рода инициативы. Вообще история Одесского зоопарка тоже, она во многом героическая, я бы сказал. Да? Это вот о Генрихе Бейзерте, который основатель, он первый директор зоопарка, который сохранил зоопарк во время войны и который не дал вывести животных потом таким путем всяких хитростей. То есть это чрезвычайно интересная история. И она интересна одесситам, конечно, не только одесситам. И поэтому мы, конечно, с удовольствием, как можем, чем поспособствуем тому, что вот Одесская киностудия могла снять этот фильм. Фильм, в общем-то, очень интересный. Он рассказывает об истории зоопарка. А вот сегодня мы снимаем сцену, когда во время оккупации Одессы пришли немцы и делали инвентаризацию животных. Но по просьбе нашего директора он просил покормить их, но немцы отказались. И пришлось вот этой семье прекрасной организовать здесь производство швейное. И в итоге животные были спасены, кормление было во время войны, оккупации. И были они, как говорится, даже приплод дали. Ну а что было дальше? Очень интересная история, как спасли зоопарк, потому что немцы хотели его увезти с собой во время отступления. Об этом уже зрители увидят, когда посмотрят наш фильм. Премьера художественного фильма о зоопарке в период Второй мировой запланирована на сентябрь, если быть точнее, то ко дню города.